Приветствую, уважаемые дамы и господа. Сегодня мы находимся у нас в офисе, в гаражном помещении, где мы сейчас будем мучить устройство под названием Ice Machine Monitowoc. Товарищ Стас притащил ее какого-то клиента в надежде, что мы ее починим. Это старый кусок говна, который нам дает какую-то маленькую надежду поднять немного денег, но в первую очередь мы хотим показать вот этим двум студентам, Юрию и Алексею, возможно ли починить такой Г вообще. Она уже работает. Она уже работает? Я уже заправил, да. И она работает. А, вот она работает, но она где-то течет. В общем, проблема простая, где-то течет газ. Немного хочу рассказать такую вещь. Один уважаемый подписчик заказал у меня, чтобы я купил на eBay вот такой вот течеискатель Fieldpiece Infrared Refrigerant Leak Detector Model. У тебя такой же? Нет? Потому что это говно стоит $335. Я не стал тебя расстраивать, но зря ты инфракрасный взял. Все. Ну, это не я, это он мне просто сказал, закажи, говорит, Руслан, мне эту штуку и отправь мне. У него логика работы другая, нежели... У них две модели. Одна инфракрасная, вот эта AR, а другая есть HIT. И логика работы HIT именно такая, к которой мы привыкли. Инфракрасная работает по-другому. Как? Инфракрасная... Там магнит... Фига, что как будто бы он самоадаптирующийся. Вот можно так представить. То есть надо время какое-то. Не-не-не-не-не. Ты когда вот так вот им вводишь и подводишь к месту лика, он начинает пищать. А если ты, вот как мы обычно делаем, подвел к лику и там начинаешь ждать, пока потечет, он у тебя уже не будет показывать. Он показывает именно в движении относительно. То есть вот нет лика, лик, нет лика. Ты проводишь, он тебя пищит. А если ты на этом месте заостришь внимание, то есть пищать не будет. Точку. Да. Точку. А наша работает по-другому, те, которые мы привыкли. Не, а здесь, возможно, есть какой-то режим, нет? Нет, нет, он именно. Это принцип работы другой. На изменение лика, да? Изменение газа. Количество газа вот именно
В текущий момент. В текущий момент, да. Он по-другому просто работает. И может с непривычки показаться, что он вообще не работает. Ну, короче, проблема в том, что я его отправил по почте. Ага. Человек заплатил $136 за пересылку в Россию. Вау. И таможня просто пнула эту посылку назад. Потому что батарейка? Потому что батарея, литиево-ионная батарея, это уже странно, в самом устройстве. Потому что вообще разрешена эта отправка. Ну, мы сейчас с Диманом, я хотел тоже отправить инструмент. Rejected? На почту сказали, что даже не пробуй, потому что... Ну, а мне, нет, я даже не на почте отправлял, я отправил здесь вот этот Postal Connections. Он говорит, вообще не без проблем, все, и я реджекнулась. Ну, да. Мне вот тут на почте, на обычно сказали, что лучше даже они не пробовать. Запретили, я сейчас читал, что только... А, только запретили? Они недавно запретили перевозку как бы в багаже, только в ручной кладе. Ну, в общем, ладно. Хочу протестировать. Ну а хер ли делать-то? Я не знаю теперь сейчас, что с этим говном делать. Ну давай пробуем. Потому что там литиево-ионный аккумулятор, и я не знаю. Он классный. Он классный. Нет, это хорошая штука. Нет. По цене он вообще огонь. В принципе, работает на все газы. Да. Он лучше работает на CFC. Он на все газы там написан. Да, прямо HFC. А, наоборот, на HFC и на HCFC он лучше срабатывает. Да. А на CFC это тут лучше вот который тот старый. Да-да-да. Принцип работы. Объяснить? Ну, давай вкратце, конечно. Такая же холодильная установка, как обычный холодильник. Компрессор. Обычный эсмейкер. Нет. Ну, нет. Ты как? Это, считаю, у тебя целая холодильная установка, которая делает только лед. Это же не такой айсмейкер, как холодильничек вот эти вот. Очень похоже как-то. Ну, тут система поинтереснее. По сути, это холодильник, который заточен только на производство льда. Морозильник. А у него система холодильная такая же, как классическая. Все как в классической системе. Компрессор. Mm-hmm. Качает фреон, у него вот здесь конденсер койл там стоит сзади. Вот, внизу его. Конденсер койл. Там вентилятор фен. Сзади фен, который его охлаждает, он перекачивает. А вот аппарат тоже. Перекачивает фреон вот здесь сзади. Mm-hmm. У него вот здесь внутри, вот под этой. Снимем, потому что мы его тоже проверим. У него там стоит TX3 вал, который выступает в роли митрина девайс, который впрыск фреона производит в эвапорейтор. Сброс давления. Ну да. TXV не там же? Там. Вон он там. А, да, смотри, что. А это что у нас такое есть? Это капилляр. А, это балб сам. А, это сам балб. Ну ладно, давай его тоже отрежем, посмотрим. А, точно, вот он. Ах, Семен Семенович. Ну тут все хорошо, ладно, заклеим. Вот здесь стоит TXV valve. А, вот он. Как грибочек выглядит. Он делает впрыск в эвапоратор. Ух ты, вот здесь уже интереснее становится. Это просто мокрое? Может быть, а может быть и нет. Посмотрим. А, впрыскивает фреон в эвапоратор. А эвапоратор стоит как раз здесь, внутри. Вот эта вот часть как раз это и есть эвапорейтор. Mm-hmm. Он там, он сзади у него койл, сам у себя. И вот эта часть, когда включаешь айк-машину, она начинает охлаждаться. Она работает на 404 фреоне. Он температуру кипения имеет ниже, чем 134. И она довольно эффективно быстро его намораживает. У нее вот здесь стоит водяной насос, водяной клапан. Она наливает в себя воду, контролирует все контроль бортом.
на разных по-разному. На некоторых по таймеру, на некоторых control button. Она обычно что делает сначала? Она включает компрессор, намораживает его right в coil, наливает сюда воду, может сразу это делать. Когда evaporator coil вот здесь уже начинает обмерзать, она запускает воду, циркулирует через evaporator coil. Водичка вот так льется через воду. То есть она там прям идет по... Она прямо вот здесь польется. То есть она охлаждается как бы здесь и стекает вот как-то точнее. Да. И она постепенно на этом evaporator coil намерзает. Намерзает все больше и больше и больше. И в какой-то момент она дотрагивается до сенсора, сенсор настраивается вот этот, на толщину льда, лед дотрагивается до сенсора, посылается сигнал на control board, и там включается клапан обратный в фреоновой линии, то есть у тебя меняется ток фреона с TXV на конденсер наоборот, ну как в хит-помпе, который вот мы рассматривали. И получается, что у тебя фреон идет в обратную сторону. Получается, сюда идет горячий фреон обратно, а конденсер койл идет холодный. Да. Это все дело начинает таять, размораживается, начинает отходит, прям такой пластинный, да. И в какой-то момент падает, задевает вот эту крышечку, а на крышечке стоит магнит. Вот здесь, видишь? Он примерно на всех устроен так же. На некоторых, на машинах Isomatic там стоит свитч. На Хашизаке там по таймеру сделано. А здесь магнит. Но мы не того, по таймеру и по температурному сенсору на лоу-сайде. А, да, кстати, да. Они так делают, да. А на ментовых, как правило, магниты стоят на крышечках. У них может быть целиком крышка, может быть такая крышка. Ice thickness sensor. Вот да. Ты говорил? Да. Ну что, он чувствует, когда наморозил лед. Вот. Он лед сбросил. Нет, у него тоже там по таймеру. Крышечка туда-сюда отошла. Все сработало. И пошел обратно цикл заморозки. Все. То есть вот этим магнитом он переключает как-то? Да, он просто вот, когда у тебя включается цикл, ну это называется harvest, когда у тебя... Урожай. Разморозка. Да, сбор урожая. А, когда включается harvest цикл, он нагревает evaporator, лед оттаивает, скидывает сюда, вот так задевает эту крышечку, падает. И вот этим перещелкиванием магнитов туда-сюда на control board понимает, что включаем новый цикл. Да, интересно, как он намораживает. Там понемножечку вода, что ли, течет? Она течет прямо вот здесь, как водопадик такой. Вот она вот здесь сверху через... Там такая трубочка специально рассеивает. Она замерзнет до низу, доходя до низа? Ну она... Нет, она так... Она стекает, она туда прямо затекает. Мы сейчас включим, проверим. А, потом она сюда опять туда. Она потом падает в этот поддон опять. И опять как-то так круговоротом, вот эта циркуляционная помпа ее качает. Она опять попадает сюда, и она просто круговоротом намораживается. Сама вода становится холоднее. Ну понятно. Стекает. Быстрее цикл заморозки происходит. Поэтому, как правило, первый раз, когда включаешь айс машину, она довольно долго делает, где-то 30 минут, 40. А потом этот айс дают в Кока-Колу. Да. Грязный айс. Да, именно. Грязный. Потом пьешь эту Кока-Колу, а потом идешь. Да. Понятно. Поэтому. Руслан любит вот это все, айс машины, вот этот лед. Потому что не все по-хорошему менеджер, который беспокоится о своих клиентах, он должен фильтр поставить на воду. Но дело в том, что не то, что фильтры, их просто не моют. Надо мыть раз там, в 4 месяца. Нет, да? Смотрю, да, это не до этого. Самые частые проблемы с ними, то, что их надо мыть. Специально используются жидкости, у них есть специальный цикл, cleaning cycle. Вот этот свитч, у него три положения. Выключено, включено и cleaning. Там на крышечке где-то это все нарисовано. Вот, и когда включается cleaning cycle, сюда заливается вода, заливается специальная жидкость, типа делаймер, ну, который вот этот свитч, она все это убирает. Потому что одна из основных проблем, когда жалуются, что там что-то не так срабатывает, что-то там где-то не чувствует. Это как правило кальций. Он кальций на сенсорах. Ну вот эта машина простая, тут нет сенсоров, тут плавок. Но тем не менее,
Поплавок начинает заклинивать, начинает приливать. Сенсор здесь вот кальцием покрывается, не чувствует. Крышечка уже не так плавно ходит, уже не отходит. Все проблемы простые, как правило. Конденсер койл, может быть, если фильтр у тебя грязный, не продувается как следует. Соответственно, фреон не охлаждается и уже не работает так, как должно. То есть проблемы такие классические, как с холодильником, но еще плюс часто проблемы с кальцием. Ну, вот, с это такая механическая проблема кальция. Да. А вот с фреоном это вот... Еще добавлю свои 5 копеек по поводу эвапорейторов, которые здесь находятся, которые образуют, собственно, лед. У них есть никелированный слой. Когда ты моешь машину и вообще, когда процесс эксплуатации происходит, этот никелированный слой, он с годами просто его вымывает, и лед потом перестает нормально вываливаться с эвапорейтора. В таком случае необходимо просто приговаривать этот эвапорейтор, но, как правило, этот эвапорейтор стоит 1000 или 1500 долларов на образцах большего объема, и в таких случаях просто нецелесообразно чинить эту машину. В принципе, помогает чистка, но она может помочь там на неделю, на две, но потом заново проблема возвращается. Мы сталкивались с этим буквально несколько раз, что... Просто нерентабельно чинить эту айс-машину. Но это должно произойти, этой айс-машине уже должно быть где-то около 10-12 лет минимум. Это видно? Нет. Да, как нет. Правило, не видно. Вот, как правило, не видно, но... Именно вот на этой части, вот этот никелевый слой, когда он смотрит, вот эта вот решеточка... И эта проблема только существует на машинах айс-оматик и монитовок. Скотсман, да, потому что у них, в принципе, один патент по ледогенерации. У компании Хашизаки свой патент и самый лучший ледогенератор, по крайней мере, по технологии и по простоте производства льда. Производство льда является Хашизаки, на мой взгляд. Согласен. У него лед вот в этих ячейках накапливается, и, не видишь? Под углом. Ячейки немножко под небольшим углом. Она когда начинает его топить, он под своим весом начинает отваливаться. И вот если вот это вот покрытие вот это вот плохое, или она машина грязная, то вот эти вот ячейки, они внутри уже не гладкие становятся, а шершавые. И этого достаточно буквально, чтобы задержать лед. И у нее на контрол-борте отсечка есть. То есть она не дает цикл делать разморозки больше 3,5 минут. Если она делает его больше, то она уходит в ошибку после третьего цикла. Выключается? Она выключается и пишет, что что-то не так. А что происходит? Например, лед здесь наморозила она, он у тебя чуть-чуть отошел, но не хватает ему своего веса, чтобы сбросить лед. Возможно, это проблема с тем, что недостаточно толщина льда, и тогда надо настроить сенсор, вот этот вот фитнес-сенсор. Или же, возможно, просто проблема с самим эвапорейтором. Первоначально надо попробовать его помыть, вот с этой жидкостью совсем, никаких щеток не использовать, просто жидкость. И вода. Может, если используешь щетку, то можно содрать, еще хуже сделать. Помыть, посмотреть, как будет после мойки работать. Менять его очень дорого. Менять, как правило, дорого, да, он просто дорого стоит самого парейтера. Ну да, это самое. Машина стоит в районе 2000. Ну, большие машины, конечно, целесообразно менять. Ну, когда им недолго. В смысле, времени, жизни. Здесь температура такая же, 0 градусов. Нет, там эвапорейтер охлаждается очень сильно. Нет, до 20, где-то до 15 Фаренгейта эвапорейтер охлаждается. 15? Да. 15 уже на выходе, по-моему, прием. Ну, здесь именно на эвапорейторе, да, потому что если он будет холоднее, он просто... Он там как раз термостат для того, чтобы регулировать, не перемораживать этот эвапорейтор, потому что просто лед может встать колом, и все. Ну, да. И он равномерно распределяет охлаждение. Но она довольно чувствительная машина к именно загрязнению койла, к фреону. Чуть-чуть, вот здесь чуть-чуть не хватило. Здесь я заправил сюда буквально, может быть, 5 унций от силы. Возможно, здесь загрязненный TXV. TXV, возможно, да, я тоже об этом думаю. Это потому вот... что поэтому я и хочу все выкачать, перекачать. Это вот этот слицарить. Фильтр? Нет, TXV это именно вот, который впрыск делает фреон. А фильтр вот этот есть, который да, тоже надо есть. Менять? Хочу тоже менять.
Нет, ну если утечка, значит это как бы другое. Здесь утечка. Тут похоже на утечку, но это может быть не утечка.